Надо ставить вопрос несколько иначе. Могут ли наши туристы не поехать в Египет? Нет, не могут, потому что большинство людей любят дешевый и такой мощный отдых. А Египет является, наверное, сейчас самой дешевой страной для посещения. И опять-таки, если даже опираться на средства массовой информации, в Шарм-эль-Шейхе никакой революции нет. Потому что, как правило, там, где зарабатываются деньги, там страны, как правило, сохраняют покой и тишину. А если вы решите поехать в Каир, конечно, это глупость, наверное, это можно нарваться. А в Шарм-эль-Шейхе, думаю, никаких проблем не будет. Там с начала первой революции было тихо и спокойно.